Хули, как ты прекрасен. Ты думал, что его просто так заставку ставят? Не-не, он просто шик. Ты что, если раз подслушаешь? Это его. Это не я. Да. Ноги, а ты его. Вот, а ты чувствуешь? Я чувствую пиздец. Нет, вот наша сейчас красная, а все остальное с вами. И поскольку... Я понял, как я показывал. Вот я себе не показывал. Я просто на шпагат неудачно прыгнул. Говорил, что говно, а где он? Вышел сразу, какая игра. Чел вообще не прошел. Чего, блин, 3-0 было как? Да он не очень. Ну и где твоя тренерская? Где твой разбор? Он вообще не очень. Да не хочет, он реально не очень. Че ты сказал? Зеленый, вот ваши два квадрата, где Митя и Миша. Мирав! Вдвоем, если мы все время будем на полной скорости носиться, то нас будет легко раздергивать. Да, мы быстро устанем. Нам нужно всегда кочем ожидать момент. Если я иду в давление, то Митя уже здесь должен вместе с передачей накрывать. Потому что если я пойду в давление, а передача пойдет, и он спокойно мяч принимает, то все. Я силы потратил, а эффекта ноль. Или нуль, как говорит друг Кирилла. Опа! Где Митяй? Посмотри на Митяя! Всех зову на свое выступление в стендапе. Команда, суки! Приходи. Бесплатно? Сколько платишь? По-моему, любая. Сколько платишь за это? Там, по-моему, отстали, любая. Ты со штуканом? Да, и сколько за шум вот этот, за смех? За шум? Это будет смешно. Там будут нормальные комики помимо меня. А кто хедлайнер? Не знаю, завтра будет, понятно. Реально? Всегда крутые чуваки. Щербаков будет? Светлаков? Нурлан будет? Все, давай. Чувак, все, давай. А что, у тебя нет? Это ненормально. Нет, ты должен. Там я просто закинул в рот кондор. Нормально. Они там остались. Не, понимаешь, что так дверь не закрывает. Давай там. Что ведущий делать? Как сам? Отлично. Ты чё, как? Да ничего, ты откуда? С этой, с игры. За кого? Да там в мини-футбол играл. За команду. Глаза? Не-не. Чё, погнали? Пойдём, только нам не туда. А куда? По-моему, вот так вот нам... Вот. Пойдём так. Пойдём. Как тебя занесло в юмор? И две несовместимые сферы – футбол и стендап. Слушай, а мне кажется, наоборот. Я как коча увидел на тренировке, сразу понял, что надо заниматься стендапом. Так смешно было. Он шутит хорошо? Играет плохо. Не, если серьезно, то
я постоянно что-то юморил, постоянно что-то шутил. И в один момент мне жена сказала: иди, как-то реализуй себя. Ты же всегда хотел. Такого мне пинка дала. И с тех пор я стал заниматься стендапом. Давай кофейн дойдем. А ты перед выступлением ешь? Я перед эфиром, например, не ем, потому что сон клонит часто. А мне как-то кто-то сказал, что ты не должен кушать перед выступлением, потому что ты более естественный. Как так сказали, что лучше не кушать. И я такой: ну и окей, вообще отлично. Еще и поэкономлю. Спасибо большое. Спасибо. Жена тебя отправила заниматься стендапом. Да, да. Она редактирует твои шутки сейчас? Это вообще первая редактура, которую проходят мои шутки. Так, я думаю, мы там, да, перейдем дорогу? Да. И по той стороне. Хорошо. Здесь хорошо, тихо. Как иногда после моих выступлений. А часто на стендапы ходят друзья или там родственники? Родственники реже всего. Почему? Не знаю, как-то странно. Стесняюсь звать, стесняюсь то, что там, я там на сцене, мне там мама постоянно: покажи видео, я ей вообще никогда не показывал. И мама и папа кандидат наук, а я стендапом занимаюсь. Ну, как-то так странненько. Слушай, ну в команде про то, что ты занимаешься стендапом, узнали в последний месяц. Да, я помню, да, да. Мне еще никто не верил. Кто-то меня спросил на тренировке, типа, что тебя не было на игре, а я говорю: да я был на фестивале стендапа. И все такие: ва-ха-ха, да-да-да, класс. Вот это прикол. Блин, тебе реально в стендап надо идти? Здорово. Здорово, бро. Как дела? Нормально, ты как? Не скажешь, какой я? Нет. Третий, четвертый, нормальчик? Да, да. Я просто смотрю. Про компанию на 12 человек? Или про кого? Да, это типа, ну, пацаны, футболисты. А, все, я понял. А ты им просто весь второй ряд выделил? У меня там получается... Не, ну они будут по-любому. Хорошо. Здорово, как? Да, да. Давайте быстрее. Тут эти ругаются, организаторы. Ругаются. Ты первый? Не? Я всегда первый. Все, пойду объявлять. Вот и пора. Быстрее, там уже вон хохочет зал. Это не Витя выступает, значит. Привет. О, привет. Что за гений? Ну да, вон второй ряд там. Задача. Ведущая разогревает. Это ведущая разогревает. Да. Нервничаешь? Да. Конечно. Я всегда нервничаю. Не со. Эй, добрый вечер, дамы, добрый вечер, господа. Аганани нам прямо с барабичем вам. Я сегодня вам откроюсь и не просто так. Stand up, everybody, это мой стендап. Да, все, что нам от вас нужно, это смерть. Больше ничего. Все, поэтому расслабьтесь. Сразу вас прошу. Давайте встречаем следующего комика на нашей сцене — Виктор Косачев. Здрасте, добрый вечер, здравствуйте. Смотрите, недавно дрался с охранником, потому что шел дождь. И козырек его кепки был слишком мал для нас двоих. Я в детстве, когда смотрел кино с родителями, и в фильме начиналась сексуальная сцена, родители почему-то закрывали мне рукой глаза. Сейчас мне 30 лет, но странности повторяются. Я недавно смотрел кино с женой, началась сексуальная сцена, и жена закрыла мне рукой глаза. Никто не в курсе, когда, блядь, можно будет смотреть уже. Ну, там сюрприз для меня готовится или что? Меня очень бесит темп жизни в Москве. Я постоянно что-то спешу, суечусь, даже если мне никуда не надо. Видели, когда-нибудь прямая дорога идет, и в конце тропиночка уголок срезает? Вот это я этой херней занимаюсь. Экономлю 2-3 секунды. Я когда к подъезду подхожу, и мне кто-то дверь держит, я прям искренне спасибо говорю. Ну, точнее, не спасибо, а спасибо. Буква «С» идет нахер, потому что мне некогда.
Я тот самый тип, который в метро на каждой станции из вагона в вагон переходит, чтобы поближе к выходу оказаться. Замечали, иногда метро прям резко быстро начинает ехать. Это я до машиниста добрался. Да. А похлопайте, кто в барбершопах стрижется. Блин, я считаю барбершоп самое гейское место на планете вообще. Ну, брутальные мужики стригут брутальных мужиков, куча лосьонов всякие, там, расчесочки. Но я сам туда хожу, там прикольно стригут. Но недавно я был в барбершопе, и мне попался настолько брутальный мастер, что мне казалось, что он подойдет и скажет: «Так, Витя, сейчас мы тебя подстрижем, потом подровняем брови, а потом я тебя выебу». А я не из робкого десятка. Брови попросил не трогать. Все, всем большое спасибо. Так, Виктор Косачев, кто был, давайте Витю поаплодируем погромче. Ну что, тебе понравилось? Нормально? Виктор, здравствуйте. Тебе как, Антон? Ты у меня спросил? Да. По 10-бальне. Мне очень понравилось. 10. До того, как ты пришел, он сказал, что так, на шестерочку. 10. Я, кстати, Пашке советовал в барбершоп сходить, в котором я стригусь. А вы в одном стрижетесь? Мы, да. Да. У нас свой мастер есть. Брутально. Очень. А ты? 250 рублей в марте. Чик-чик-чик-чик, спокойненько. Эконом-режим. А это тебя кто-нибудь звал на корпоративы, там, на день рождения выступать и так далее? Нет, но меня уже позвали, типа, закрывать вечеринку. Ну, то есть, ну, выступают типа комики. После... На ключ, да. Не шутка. По-моему, мы так, таким массовым составом, не на футбольное мероприятие, собрались. А, у Лехи Днюха была. Нет, рождение ребенка, наверное, Кошлакова. Ну, кого вот последний раз Эгриси так массово собирался не на футбольное мероприятие? Дверь. Дверь — футбольное мероприятие. Нет, вечер в двери. Вечер в Твери. Останется у меня надолго. Так. Короче, круто, Витюк. Спасибо. Спасибо, что позвал. Ходите на стендап. Может быть. Я просто последнюю не хотел. Ты просто думал, давать или не давать, вот и все, да. Сказал человек, приехавший из Дубая, блядь. Такие тяжелые времена. Там, кстати, было до хрена верблюдов, и ни разу девушку не показалось. Yeah, that's my man. Это были верблюдицы, наверное. Я, кстати, не знаю, как их отличать. Яйцами. Он про вторичный плавок. Кохонос? Кохонос. Где котчик, кстати? А что ему здесь делать? Лучший игрок с северно-восточного. Да, только я ему написал, что первый дивизион. Да, я ему написал, старался. Я ему говорю: «Бля, ты, по-моему, дружок, забыл написать первый дивизион». «Ой, да, блядь». Первый дивизион. Привет. Чего ты такой мрачный? Нет, настрой. Мы на стадионе в Сокольниках. Это спорткомплекс «Спартак». Только у нас сегодня матч Кубка ЛФЛ. Мы играем с командой из другого дивизиона, из восточного. Эта команда называется «Веспрем». Трудно что-то сказать про нее. Но вот в прошлом году, например, мы в этом турнире сыграли на равных с командой «Селтик-2». Одно из сильнейших в дивизионе. Celtic 2 идет в группе лидеров, а Веспрем идет, по-моему, пятым или шестым. Но это другой турнир. Здесь Веспрем лидер. Мы в первом туре сыграли в ничью с Аминьева, а Веспрем свой матч выиграл. Ну, посмотрим, что будет сегодня.
Старик, ну это экстрим переодеваться в такой погоде. Очень холодно. Че до раздевалки не дошел? Я только вот приехал 5 минут назад, там вообще не переодевался. Из коммунарки, сами знаете. Сами знаю. Вот кто не знает, это 26 марта в Москве. Прекрасная погода. Минус 4,5. Как фора букмекерская звучит. На матч Аргентина-Ямайка. Мало того, что снег, еще и ветер сильный. Ну что, придется продрогнуть. Шапку надену в крайних случаях. Шапка из Лесосибирска не оказалась фартовой. Поэтому я сегодня буду в обычной черненькой, если доведется. Так, смотрите. Все сомнения, вопрос потом. Я считаю, что сегодня нужно сыграть в два зайчика. Здесь поле достаточно широкое, поэтому нам нужно сегодня использовать по максимуму ширину. Спокойно начинаем через фланги, да? Фланги перекрыты, значит, в середине. У нас всегда есть здесь три человека, которые будут в середине, которых можно развивать атаку. Дальше переходим на чужую половину поля. Серый, Прохор, ищите вперед, нет возможности, тогда быстро ближнему отдали, не надо смотреть себе под ноги, не надо там 10 раз мяч касаться, раз-два. Дальше, когда передача пойдет на фланг, один из центральных полузащитников сразу же сюда идет, мы освобождаем передачу в середину, плюс есть продолжение по флангу, то есть у нас варианты будут справа, слева, в середину, и активнее забираем мяч. Там не все гладко в начале атаки, поэтому их надо напрягать и стараться забрать мяч. Итак, мы в черном, Веспрем в белом. У нас Леха Крюкин в воротах, Прохор и Серега, естественно, в центре обороны Коваленко, Кулик и Вадик Смельчугов на флангах, Струн, Глеб в центре и Кока в атаке играет. Ближе, Вадя, пошел! Раз вы здесь, то идем! Вот, перехватили, вот Глеб перехватил. Это нарушение правил, да. Серый, если что, поднимайся, Прохор пусть там будет, если мы идем. Далековато до ворот, чтобы бить, в принципе, не попали. Здорово! Играй в отбор! Ближе! Один, горит спина! Ой, как здорово, Вадя! Как здорово, неужели пробьешь? Ой, чуть-чуть, браво, Вадя. Хорош, Вадя. Хорошо играем, собрано. Кулик перехватил мяч, тащи, маленький. Вот, здорово. Трое против одного. Ой-ой-ой, Кока. Надо было замыкать пустые. Атака хорошая, здорово. Первый раз игра приблизилась к нашим воротам. Нас тоже прессингом накрывают. Ой-ой-ой. Чуть не привезли себе, между прочим. Кулик! Так, сушил и пойдет в бой. Сань, давай. Глеб, середина, ближе! Глеб, середина! Макс, Стас, если готово, то... Это... Здорово, Кок, отлично! Кока с обувью не угадал. Неправильный выбор обуви Коки бы отнял у нас гол. Можно продолжать, Вадик. Ой-ой-ой, как вратарь сыграл кулаком, здорово на опережение. Пас вратарь Веспрем. Мы острее атакуем, мы лучше в прессинге. Главное собранности не терять. Ох, Леха потащил, здорово. Хорошо, у нас там замена. Струн, Глеб и Кока. Хорошо, даем дышать. Пошли! Ой, какое ветрило. Ой, как задуло. Прям Фарерские острова какие-то по погоде сегодня. Да, забили! Браво, Петя! Стас забил, Шведар. Можно! Вот, там сейчас хорошо подскочил мяч на фишке. Можно водить быстро! Дайте быстро мяч!
Заходи, Максорин, заходи. На Макса штрафную не дали, а? Да, да, можно здесь. Все, спокойно. Ниже. Не дай крючок. Так, Кулик встретил удар, хорошо. Не дайте пробить. Вот, забрали. Петя, ставь. Петя разворачивается, как Эйфелева башня. Здорово! Один! Отдай! Два! 2-0, отлично. Возим. Хорош! Сушило. Спокойно, пол забирай. Блин, ты что дальше? Давай, слушай, сожилу, прострели. Еще! Уже получается отхватить. Хорош, здорово! Хорош! Здорово! Двигание не сработало, все здорово. Здорово! Подсели мы. Но всю игру дают нельзя. Костя, у нас замена. Струн. Ничего себе, я готов. Травма. Что случилось? Подергивай. А розыгрыш кто? Ну что, на сегодня все? Не, давай. Один. Возгорающий. Левая нога возгорает. Прохор есть. Заходи. Струн обыграл. Противоходник протащил. Здорово, покатаем вот так. Ну-ка, Кирюха. Петя есть! Перерыв. Кто будет чай? Нет, будешь чай? Да. Шаг делай. Отвинти. Отвинчу, да? Да. Стоите, блядь, дрочите, блядь. Ни одного удара нормального, блядь, нету. В тайме, блядь, один раз, блядь, кролл пробил и все. Когда вы подняли мячик, пожалуйста, не подсовывайте. Них достаточно свободный фланг. Лех, согрейся. Сразу спасибо, есть босс. Серый, Прохор, Леха. Сразу во фланг. Ищите во фланг. Через фланг. Ну хуя вы туда с Феди заходите на линию Сапая. Не надо вообще с ним играть на линии. Играйте выше, блядь. 5 метров играть. Хорош же тренировать Виталика, блядь. Квадрат устроили там порнографии. Если у нас один центральный пошел выше, значит крайний должен уже в середину здесь быть. Второй сюда, здесь мы задвигаемся дальше, чтобы здесь дырок не было. Не надо здесь ширины. Подсказывай, давай, парни, давай, еще дожимай. Давай, еще. Наверное, Вестрем постарается сейчас взять игру в свои руки. Бояться здесь нечего, это надо просто учитывать. Напомню, мы играем с лидером. Конечно, при этом мы сыграли в ничью с Аминьо, а фавориты нашей группы. Тем не менее, Мендрес прямо сейчас лидер. Вот так вот вынесли нормально. Ух ты, Вадос, еще и мяч не отпустил за боковую. После такого-то выноса. Что было? Я не понимаю. Все спорили. А как с такой? Ебать. Я думал, у меня вообще пиздец. Оказывается, нет. Струну подсекли ногу, он все равно встал и сохранил мяч. Дождитесь, товарищ судья, дождитесь! Два раза в одном моменте стул к ногам получил, а мяч сохранил. Стул получил желтую, игровой был эпизод, но получил жестковато. Спокойно, Леш! Спокойно! Стул! Штрафную в нашу сторону. Правило, сейчас самый трудный момент игры. Надо выстоять. Сохранить 2-0. Если нет, завязывается борьба. Ой! Ой-ой-ой! Игорю в лицо мяч попал. Есть врач, можно выйти. Все нормально остается в игре. Молодчина, парень! Хоть и по носу, струну, вообще во все лицо. Отчаянная, конечно, борьба. Вот так, хорошо. С рикошет Реша спокойно мяч усвоил. Будто прилип к перчаткам. Этот мячик непростой. Здорово, Глебушка, здорово. Струн, твой мяч. Кока со струном слева.
Эх, там не хватило нам роста. Глеб, не отдай, не отдай, Глебушка. Орут на судью, заебал, говорят. Федор туда новую красную показал. У нас замена. Петя у нас уходит в атаку. Так горячо у нас Петя в атаке, мы забили первый гол. Петя уронили. Ближе, Прошу, ближе! Не лети, Прохор! Дальня, Глеб, дальня! Здорово, Прохор! Браво защищался, просто браво! И все вышло головой. Ох, Вадя, здорово! Ох, умница какая! От двоих ушел! И вырвался к воротам. Неправильно дают. Он его догоняет. Ну, блин, тогда уже... Да неудобно бы было бить. Ну, как пропер, а? Блин, ну чуть-чуть не прошло. Ну, самую малость не прошло. Ну, что ж такое? Это очень опасно. Ай, нам забили. Все-таки забили. Глеб ошибся. Давай сейчас замен нас, Вадь, Вадь. Вообще, Глеб, убирай по своей бей, блядь. И все, блядь, тебя жаль. Как раз передачи все ждали. Да, да, все побежали. Вестрим атакует, нас сейчас заперли. Катают мяч. Ой, опасно. Нас придавили. Серый, забирай игрока, Серый. Нас давят немилосердно. Ох, какой потащил Леха. Давай сейчас замена. Дай! Кули, иди направо! Разобрали наших пацанов. Так, от Пети зацепился. И удар, ох, сушило, не попал чуть-чуть, совсем в ближний 9. Ой, мог бы сейчас голик забить. Еще 6 минут. До конца! Один! Сам пошел! Сам! Заходи! Сам! Пробуй! Бля, пробуй, не надо, решай! Блин, это пиздец, блядь! Какая атака! Устали, пацаны. Вот сейчас вы только выстоять. Больше нечего сказать. Играй! 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 Да нет! Да нет! Бля, бежай! Большая разница! Ну, естественно! Ну, блин, ну, естественно, ну, правда, берет! Пенальти наши ворота. Ну, до две остается. Это последний шанс, больше не будет момента! 2-2. Забили бы 3 в первом, могли же. Сейчас бы уже были в теплой ванне. Голос тоже сел уже. На этом витрище. Бессилие, когда не можешь ничего сделать, только переживать. Так, вперед здесь, суши. Все, я. Ладно, парни, в прошлый раз спасли, в этот раз немножко упустили. Все, всем спасибо за игру, парни. Спасибо за игру.